«Дикие лебеди», Ганс Христиан Андерсен. Краткое содержание сказки. У короля было 11 сыновей и одна дочь. Жилось королевским детям хорошо и беззаботно, пока не появилась мачеха, которая отдала Элизу на воспитание в деревню, а братьев превратила в лебедей. И они улетели. Красавица Элиза с каждым днем все хорошела, но все время вспоминала братьев. Когда она вернулась в замок, мачеха решила сделать ее уродливой с помощью 3 жаб. Но те поплыли по воде красными маками, едва прикоснулись к невинной девушке. Тогда мачеха колдунья обезобразила падчерицу грязью. Даже король-отец не признал родную дочь и выгнал ее. Ночь девушка провела в лесу, во сне видела себя и братьев в былые времена, а утром умылась в пруду и опять стала красавицей. На следующий день, встречая старушка, дала горсть ягод и указала реку, где видела 11 лебедей в золотых коронах. Элиза вышла к дельте реки, на закате туда прилетели лебеди, которые превратились в ее братьев. Утром они улетели, а через день в корзинке из ивовой коры унесли с собой Элизу. Переночевав на маленьком уступе, утром лебеди опять полетели. Весь день Элиза любовалась облачным замком фотоморганы, а ночь провела в пещере, заросшей зелеными растениями. Ей снилось, что фея замка, похожая на старушку из леса, рассказала о том, как можно спасти братьев. Нужно нарвать крапиву у пещеры или на кладбище и сплести 11 рубашек для братьев, но при этом не произносить ни слова, иначе братья умрут. Вернувшись утром и заметив немоту сестры, братья сначала приняли это за очередное колдовство мачехи, но потом все поняли. Как только Элиза взялась за 2-ю рубашку, ее нашел король, который охотится в тех краях. Он взял лесную красавицу в жены и увез в свой замок, и даже перевез в специальную комнатку ее крапиву. Но архиепископ шептал королю, что его жена колдунья, и однажды ночью увидел, что как королева рвала крапиву на кладбище. Обо всем этом архиепископ доложил королю. Тот собственными глазами убедился, что это правда. Когда Элиза в очередной раз пошла на кладбище, ее словили на горячем. Народ присудил колдунье быть сожженной на костре. В заточении девушка доделала последнюю рубашку. Братья пришли к королю, пытаясь заступиться за сестру, но не успели, с рассветом опять превратились в лебедей. Утром, пока старая кача везла Элизу к костру, толпа хотела разорвать рубашки, но прилетели братья. Плач уже схватил девушку за руку, но она успела набросить рубашки на братьев, а значит смогла произнести «Я невинна» и упала в обморок. Братья все рассказали, а бревна для костра превратились в куст алых роз с единственной белой розой, которую король положил Элизе на грудь. А она очнулась, а в сердце ее были покой и счастье. Конец.